Ну все, я пошел. Давай, любимый. Хорошего тебе дня. Люблю тебя. Я тебя. Мам. Ой, доча. Мам, я тебя старалась нарисовать. Посмотри, пожалуйста. А Милечка, тебе не кажется, что тут чего-то не хватает? Думаю, нет. Все нормально. Она же без зонтика, это не я. Мам, ну нормально же получилось. Почему люди постоянно с зонтиками ходят? Амелия, я тебе сколько раз говорила, эта тема в нашем доме навсегда закрыта! Я должна узнать правду. Смелость обернулась трагедией. Мужчина вышел без зонта и заплатил самой высокой цены. Игнорирование предостережений. Женщина решила прогулять без зонта и столкнулась с мучительными последствиями. Дочь, я по делам пошла. Хорошо, мам. Так сделала. Ты головой свихнулась своей? Или что? Мы тебя не так воспитали. Мы же тебе желаем только самого лучшего. А теперь запомни, дочка, ты должна всегда оставаться в тени и быть той, кем мы захотели, чтобы ты была. Понятно? Понятно?